Привет, ребята! Давайте познакомимся с вежливыми словами. Как тебя зовут? Я мистер, здравствуй. Здравствуй, мистер, здравствуй. Рады познакомиться. Здравствуй, мистер, здравствуй. Здравствуй, мистер, здравствуй. Здравствуй, мистер, здравствуй. Здравствуй, мистер, здравствуй. Как тебя зовут? Я мистер, привет. Привет, мистер, привет. Рады познакомиться. Привет, мистер, спасибо. Рады познакомиться. Спасибо, мистер, спасибо. Спасибо, мистер, спасибо. Спасибо, мистер, спасибо. Спасибо, мистер, спасибо. Как тебя зовут? Мистер, пожалуйста. Привет, мистер, пожалуйста. Очень вежливо говорит, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. До свидания, до свидания, пока, до свидания. До свидания, до свидания, пока, до свидания. Вам понравились вежливые слова? Давайте еще как-нибудь с ними встретимся! А ну-ка запрыгивайте в фермерский автобус! Колеса у автобуса крутятся, крутятся, крутятся. Колеса у автобуса крутятся всю дорогу. А щеточки по стеклам все шуршат, все шуршат, все шуршат. А щеточки по стеклам все шуршат всю дорогу. Автобус наш сигналит би-би-би, би-би-би, би-би-би. Автобус наш сигналит би-би-би всю дорогу. А стекла у автобуса вверх и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз. А стекла у автобуса вверх и вниз всю дорогу. Колеса у автобуса крутятся, крутятся, крутятся. Колеса у автобуса крутятся всю дорогу. Ребята, до встречи! Скоро еще прокатимся! Было 10 их кровати, и один малыш сказал: «А ну, перевернулись!» И все перевернулись, а один упал. Ой! Было 9 их кровати, и один малыш сказал: «А ну, перевернулись!» И все перевернулись, а один упал. Ой! Было 8 их кровати, и один малыш сказал: «А ну, перевернулись!» И все перевернулись, а один упал. Ой! Было 7 их кровати, и один малыш сказал: «А ну, перевернулись!» И все перевернулись, а один упал. Ой! Было 6 их кровати, и один малыш сказал: «А ну, перевернулись!» И все перевернулись, а один упал.
Было пять их в кровати, и один малыш сказал: «А ну, перевернулись!» И все перевернулись, а один упал. Ой! Их было четверо в кровати, и один малыш сказал: «А ну, перевернулись!» И все перевернулись, а один упал. Ой! Было трое их в кровати, и один малыш сказал: «А ну, перевернулись!» И все перевернулись, а один упал. Ой! Было двое их в кровати, и один малыш сказал: «А ну, перевернулись!» И все перевернулись, а один упал. Ой! Был один малыш в кровати, и он сказал всем: «Доброй ночи!» Пальчик, папа, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, вот я здесь. Всем привет! Пальчик, мама, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, вот я здесь. Всем привет! Братик, пальчик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, вот я здесь. Всем привет! Моя сестричка, пальчик, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, вот я здесь. Всем привет! Пальчик, крошка, где ты? Дай ответ. Вот я здесь, вот я здесь. Всем привет! Мама-уточка и пять ее утят. Пять маленьких утят решили поплавать через озеро за холмик и обратно. Мама-утка сказала: «Кря-кря-кря!» И только четверо вернулись назад. Четыре утенка решили поплавать через озеро за холмик и обратно. Мама-утка сказала: «Кря-кря-кря!» И только трое вернулись назад. Трое маленьких утят решили поплавать через озеро за холмик и обратно. Мама-утка сказала: «Кря-кря-кря!» И только двое вернулись назад. Двое маленьких утят решили поплавать через озеро за холмик и обратно. Мама-утка сказала: «Кря-кря-кря!» И только один вернулся назад. Один маленький утенок решил поплавать через озеро за холмик и обратно. Мама-утка сказала: «Кря-кря-кря!» Все пятеро утят вернулись назад. Ну разве это не прелестно? Скоро увидимся снова! Давайте познакомимся с Мэри и ее барашком. У Мэри был барашек, барашек, барашек. У Мэри был барашек, его шерсть бела, как снег. Куда бы Мэри не пошла, не пошла, не пошла. Куда бы Мэри не пошла, барашек шел.
пришел за ней. Решил с ней в школу он пойти, он пойти, он пойти. Решил с ней в школу он пойти, что было против правил. И дети все в восторг пришли, в восторг пришли, в восторг пришли. И дети все в восторг пришли, смеялись и играли. Учитель вывел его вон, его вон, его вон. Учитель вывел его вон, но он остался ждать. И ждал прилежно он пока, он пока, он пока. И ждал прилежно он пока, хозяйка не пришла. За что любима Мэри им, Мэри им, Мэри им? За что любима Мэри им, хотели дети знать? За то, что Мэри он любим, он любим, он любим. За то, что Мэри он любим, учитель отвечал. Вам понравился барашек Мэри? Он такой милашка! Привет, друзья! Давайте познакомимся с медведем, который пошел лазить по холмам. Медведь полез на холм, медведь полез на холм, медведь полез на холм посмотреть, что там вдали. И все, что он увидел, и все, что он увидел, были другие большие, такие же точно холмы, такие же точно холмы. Что видел он, вот все, что видел он, вот все, что видел он. Медведь полез на холм, медведь полез на холм, полез на холм посмотреть, что там вдали. И все, что видел он, и все, что видел он, был другой берег реки, такой же берег реки, такой же берег реки. Вот все, что видел он, вот все, что видел он, вот все, что видел он. Полез на холм, медведь полез на холм, посмотреть, что там вдали. Давайте отправимся сегодня на рынок! На рынок, за большой свиньей. И домой, ла-ла-ла-ла-лей. На рынок, купим крепкого бычка. И домой,
на рынок за большой свиньей. И домой, ла-ла-ла-ла-лей. На рынок купим крепкого бычка. И домой, ла-ла-ла-ла-ла. На рынок за курочкой своей. И домой, ла-ла-ла-ла-лей. На рынок накупим пирожков. И домой, и пойдем домой. У Макдональда была ферма, и-я-и-я-оу. И на своей ферме он держал коров, и-я-и-я-оу. Тут му-му, там му-му, тут му, там му, все му-му. У старого Макдональда была ферма, и-я-и-я-оу. У старого Макдональда была ферма, и-я-и-я-оу. И на своей ферме он держал цыплят, и-я-и-я-оу. Цып-цып тут, цып-цып там, тут цып там, цып все цып-цып. У старого Макдональда была ферма, и-я-и-я-оу. У старого Макдональда была ферма, и-я-и-я-оу. И на своей ферме он держал свиней, и-я-и-я-оу. Хрю-хрю тут, хрю-хрю там, тут хрю там, хрю все хрю-хрю. У старого Макдональда была ферма, и-я-и-я-оу. У старого Макдональда была ферма, и-я-и-я-оу. И на своей ферме уток он держал, и-я-и-я-оу. Кря-кря тут, кря-кря там, тут кряк там, кря все кря-кря. У старого Макдональда была ферма, и-я-и-я-оу. У старого Макдональда была ферма, и-я-и-я-оу. И на своей ферме он держал овец, и-я-и-я-оу. Бе-бе тут, бе-бе там, тут бе там, бе все бе-бе. У старого Макдональда была ферма, и-я-и-я-оу. Вот фермер в долине, вот фермер в долине, эй-о-дэ-рё. Вот фермер в долине, тот фермер взял жену, тот фермер взял жену, эй-о-дэ-рё. Тот фермер взял жену. Жена взяла малышку, жена взяла малышку, эй-о-дэ-рё. Жена взяла малышку, малышка взяла няню, малышка взяла няню, эй-о-дэ-рё. Малышка взяла няню. Няня взяла корову, а няня взяла корову, эй-о-дэ-рё. Няня взяла корову, корова взяла собаку, корова взяла собаку, эй-о-дэ-рё. Корова взяла собаку. Собака взяла кошку, собака взяла кошку, эй-о-дэ-рё. Собака взяла кошку, кошка взяла мышку, а кошка взяла мышку, эй-о-дэ-рё. А кошка взяла мышку. Мышка взяла сыр, мышка взяла сыр, эй-о-дэ-рё. А мышка взяла сыр, а сыр был одинок, а сыр был одинок, эй-о-дэ-рё.
стерео, а сыр был одинок. Встречайте мышку и кошку! Давайте познакомимся с разными машинами вместе с нами! Привет, мистер такси, всем привет, друзья! Куда ты едешь, расскажи! Еду за пассажиром, отвезти на работу! До свидания, такси, желаем удачи! Привет, друзья! Куда ты едешь, расскажи! Я еду в школу забрать учеников. Пока, школьный автобус, хорошей дороги! Привет, пожарная машина! Всем привет, друзья! Куда ты едешь, расскажи. Еду спасать котенка с большого дерева. Пока, пожарная машина, береги себя. Привет, мистер самолет, всем привет, друзья. Куда ты едешь, расскажи. Все эти грузы ждут в другой стране. Счастливо, мистер самолет, скорее поспеши. Привет, океанский лайнер, всем привет, друзья. Куда ты едешь, расскажи. Я везу пассажиров очень далеко. Пока, мистер лайнер, встретимся еще. Так весело было познакомиться со всеми машинами. До встречи, друзья! Пока! Эй, друзья, давайте научимся понимать по часам. Часики тикают, тик-тик-так.
сейчас час. Сейчас 2 часа. Длинная стрелка на 12, а короткая на 3. Час который тик-так, 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 тик-так. Сейчас 3 часа. Часики тикают, тик-тик-так. Время показывают, так-так-так. Часики тикают, тик-тик-так. Время показывают, так-так-так. Длинная стрелка на 12, а короткая на 4. Час который тик-так, 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 тик-так. Сейчас 4 часа. Сейчас 5 часов. Длинная стрелка на 12, а короткая на 6. Час который тик-так, 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 тик-так. Сейчас 6 часов. Часики тикают, тик-тик-так. Время показывают, так-так-так. Часики тикают, тик-тик-так. Время показывают, так-так-так. Длинная стрелка на 12, а короткая на 7. Час который тик-так, 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 тик-так. Сейчас 7 часов. На 8. Час который тик-так, 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 тик-так. Сейчас 8 часов. Длинная стрелка на 12, а короткая на 9. Час который тик-так, 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 тик-так. Сейчас 9 часов. Часики тикают, тик-тик-так. Время показываю, так-так-так. Часики тикают, тик-тик-так. Время показываю, так-так-так. Длинная стрелка на 12, а короткая на 10. Час который сейчас 10 часов. Длинная стрелка на 12, а короткая на 11. Час который тик-так, 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 тик-так. 11 часов. Длинная стрелка на 12, короткая на 12. Час который тик-так, 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 тик-так. 12 часов. Тик-так, тик-так, тик-тик-так. Давайте станцуем танец прыг-скок. Руки сложи и ноги скрести, вверх-вниз, вверх-вниз, ты скачи. Руки сложи и ноги скрести, вверх-вниз, вверх-вниз, ты скачи.
Скок, прыжок и снова прыг-скок. 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 Смотрим влево, затем направо, чуть присели, снова встали. Смотрим влево, затем направо, чуть присели, снова встали. Скок, прыжок и снова прыг-скок. 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 Руки сложи и ноги скрести, вверх-вниз, вверх-вниз, ты скачи. Руки сложи и ноги скрести, вверх-вниз, вверх-вниз, ты скачи. Скок, прыжок и снова прыг-скок. 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 Как же это весело! Увидимся в следующий раз!